Приветствую вас, Екатерина. Смотрите, давайте мы с вами разберем вопрос, который пытает. Я постараюсь вам помочь хотя бы немножко. Смотрите, во-первых, чтобы ответить вам, почему мужчины там, условно говоря, зовут вас сразу, там, ну, грубо говоря, замуж, да? Вот, почему такое вот вообще происходит? Мне кажется, нужно, чтобы ответить вам на этот вопрос, нужно сначала разобраться с тем, как вы выстраиваете отношения с ним, в принципе, с мужчинами в целом, как вы выстраиваете отношения. Потому что очевидно, совершенно, да, совершенно очевидно, что вот есть что-то, в вашем поведении такое, что мужчинами воспринимается и рассматривается как ну, такой вот, условно говоря, стимул к тому, чтобы вас звать замуж. Вот. И пока с вами не пообщаемся, мы сказать о том, что именно вы делаете, нельзя. Ну, наверное, на мой взгляд, это очевидно. На мой взгляд, это очевидно. Вот. Очень важным моментом является следующее. Вот что мне показалось вашего текста. Мне из вашего текста показалось, что вы человек довольно такой эмоциональный, вот, и можете меня поправить, если я ошибаюсь, не очень спокойный. То есть вы, может быть, целый человек такой порывистый, тревожный, может быть, немного вспыльчивый, такой вот сметочный, взбаламошный и так далее. Я это без, вот, ну, без негатива какого-то вам сейчас все это говорю. Вот, я надеюсь, что, ну, вы это понимаете, я надеюсь, что вы в этом себе отчет отдаете. Соответственно, мне кажется, что у вас вполне может быть подспудное желание найти мужчину. Такого мужчину, который бы ну, выступал для вас кем-то вроде опоры. Чтобы вы могли на него опереться, на мужчину, я имею в виду, могли опереться. И вы вот эту историю с опорой на человека транслируете достаточно мощно, потому что вы эмоциональны. Вы эмоциональны. Мужчины это считывают и дают вам то, что вы хотите. Еще, и по той причине, что у них есть ощущение, у мужчин есть ощущение, что если вас не привязать к себе, то вы можете уйти.
спрашивать, вот почему-то такое есть чувство, да, чувство нестабильности вашей, чувство непостоянства. Я не говорю, что я не обвиняю вас, я хочу быть правильно понятым. Мужчины чувствуют, что если вот они вам, если они не предложат вам выйти замуж, то все, вы с ними долго не продержитесь. Вот. Может быть, это связано с тем, как вы мужчин воспринимаете, я не знаю. Вот, но что-то такое, мне думается, они ощущают. Что-то такое, мне думается, они чувствуют, потому что, ну, примерно, это довольно легко, как бы, представить, да, исходя из, ну, исходя из того, что вы, ну, исходя из того, что вы нам, ну, что вы нам дали. Исходя из того, что вы нам, ну, как бы, описали, да? Вот, мне кажется, это довольно-таки логично. Хотя, повторюсь, я могу быть неправ. Я не прав. Вот. И, соответственно, у них есть желание вас к себе привязать, чтобы исключить вот эту вот историю, что вы от них уйдете. Потому что вы, ну вот, можете видеться им такой. Дальше. Вы пишете о том, что хотите значит, ну, побольше побыть значит, женщиной в отношениях и не торопитесь замуж. Вот. Мне кажется, что для того, чтобы почувствовать себя женщиной, не обязательно находиться в отношениях. Это не значит, что вы должны там забивать на свое желание встречаться. Я этого ни в коем случае не хочу сказать, что встречал. Вот. Сказать я хочу немножко другое. Что если вы себя, женщины, чувствуете не совсем полноценно, да? То есть, ну, вот вас, ну, условно там говоря, можно, ну, достаточно, ну, если нелегко, то разубедить, например, в том, что вы женщина, например. Ладно, вас можно разубедить, например, что вы женщина, то мужчины будут, опять же, наслаждать вам что-то свое. То есть будут пытаться вам, ну, взять дело как бы в свои руки. К сожалению, это тоже довольно-таки нормальная история для мужчин, ну, потому что, опять же, это больше идея про экспансию, это больше идея про завоевание и так далее. То есть это, ну, к сожалению или к счастью, это нормально. Вот. Примерно так. И вообще, это история про ваши страхи, это история про то, что вы боитесь брака. Может быть, это история про то, что вы боитесь близости, боитесь таких серьезных отношений, ну, вот, с людьми, да, вот, ну, в частности, вот, с мужчинами вы боитесь серьезных отношений. Вот, и вполне может быть, что здесь тоже есть такой вот элемент, что вы таким образом избегаете. То есть, с одной стороны, вы хотите на человека опереться, да, хотите,
какой-то, ну, не знаю, защиты, да, хотите уверенности, вот. А с другой стороны, в серьезных отношениях вы боитесь, потому что, вероятно, уже был какой-то негативный опыт. Вот. Примерно так, я думаю, вот. Можно вам ответить на вопрос, который вы ставите. Вот. Вот как-то так. Еще одним важным аспектом является то, что мужчины видят вас только жену. Да? Очевидно. То есть вас не видят партнера, да, мужчин. Вас не видят, там, не знаю, личность, да, условно говоря. Вас не видят там, ну, как кого-то, кроме женщин. Вас видят женщину, только женщину. И это, мне кажется, вопрос в какой-то степени к вам, да. Каких мужчин, например, вы выбираете, то есть, может быть, выбираете таких мужчин, которые могут, ну, относиться к женщине только через призму вот такой гендерной позиции. Может быть, вы ведете себя так, что ничего, кроме как вот этой вот модели гендерного поведения, вас мужчины не видят. Я не знаю. Знаете, я не знаю, как обстоят дела. Я могу только вот, я могу предполагать, условно говоря, только. Тут опять же нужно смотреть, как вы выстраиваете отношения с, ну вот, с ними, да, что у вас общего между, ну, что общего между вами и мужчинами, с которыми вы, ну вот, сталкиваетесь в своих отношениях. Вот, мне кажется, это все очень важные элементы, на которые я хотел бы, чтобы вы обращали свое внимание. Да, я хотел бы, чтобы вы на этом заостряли свое внимание, как минимум. Хотел бы, чтобы вы в этом направлении как-то вот, двигались. Хотел бы, чтобы вы как-то сами себе на вот подобные вопросы, подобные вопросы бы позадавали. Вот, я бы так это хотел, этого хотел бы. Вот, и, соответственно, если вы, к примеру, там не готовы, да, допустим, ну, консультироваться, если вы не готовы, допустим, ну, там, работать над собой, например, вот, потому что, ну, мало ли, может быть, вы не хотите, это же неверно еще. Вот, хотите вы над собой работать или нет. Вот. Этот момент тут непростой. Вот в целом так. То есть в целом семья, самоубийство, брак для вас имеет, ну, для вас обладает каким-то явно большим значением, чем, в принципе, ну, чем он того заслуживает. А
Вот, то есть понятно, что брак, замужество это важно, но для вас это имеет значение явно, явно, мне кажется, больше. И, мне думается и видится так, что вот в этом, ну, на это вам нужно заострить свое внимание. Вот, если вы, к примеру, ну, воспринимаете, да, допустим, мужчин. Если вы воспринимаете мужчин вот только как мужчин, и больше никак, то ничего удивительного в том, что вас так воспринимают, на мой взгляд, нет. И в принципе, быть, наверное, не может. Вот. Ну, потому что к нам, к счастью или нет, относятся таким образом, как мы видим себя. Как мы себя воспринимаем, так, в принципе, к нам и относится. Хорошо это или плохо, ну, на мой взгляд, это уже детал. Ну вот как мне кажется, да? Вот. Такой контекст, такая вот история, такой ответ я могу вам дать с этой вот, ну, с этой позиция, которая, ну вот, мне кажется, достаточно важна. Вот. Понятно, что я могу ошибаться, вот, понятно, что я могу быть неправ, понятно, что могут быть разные варианты. Вот, это все безусловно понятно, я не претендую сейчас на какую-то истину. Последней инстанции, да, вот, просто хочу, как бы, ну, обратить ваше внимание на это, словно говоря, вот, и надеюсь, что вам это было, ну, надеюсь, что вам это может быть интересно, надеюсь, что вам это может быть полезно, надеюсь, что вам это будет как-то вот, ну, важно, и надеюсь, что вам это поможет лучше себя понять и поможет лучше себя, ну, воспринимать. Я могу надеяться только на это. Могу надеяться только на эти моменты. Вот. Подумайте о том, какая вы женщина вообще. Подумайте о том, насколько вам ваша жизнь интересна. Вот. Вообще, да, и интересна ли она вам, и подумайте, чем вы взаимодействуете с мужчиной, то есть какой частью своей личности вы взаимодействуете с мужчиной, и что у вас общего с нам, и с теми мужчинами, точнее, которыми вы, ну, взаимодействуете, встречаетесь и так далее. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Буду ждать. Надеюсь, что у вас появится желание дать мне некоторый отклик на мой ответ. Всего доброго.